كيف نعرف الساحر؟ الساحر أولا يخالف شروط الرقية التي ذكرناها الثلاثة. يتكلم بكلام غير مفهوم. Вещи, مثلاً. вот так вот болтает, как шейх показал. وكذلك يريد يعلق الناس به И точно так же берет все причины, чтобы людей связать с собой. Да. говорит, что тебя могу, может вылечить только подобный мне или же я. И говорит, через три часа, говорит, я за тебя ответственность несу, если ты уйдешь. Приказывает больному, чтобы тот делал то, в чем есть противоречие шариату. Говорит, не молись. Не говори, бисмилля, при еде. Не, не делай гусль после совокупления с супругой, не очищайся после исправления малой нужды. Если режешь скотину, то не говори без Алиф, الصمت, سين, هكذا, سين, كاف, عين, пишет ему какие-то буквы, то есть пишет с буквы аббревиатуру, вместо того чтобы писать Куран. Или же рисует как крестики, нолик крестики, какие-то как клеточки, и туда рисует буквы. لباس, потом дает, говорит на это в одежде, или же повесь на свою шею или положи себе в карман. نعم,

Он, допустим, тебе говорит, я, вот это твое колдовство, которым ты поражен, очень страшное колдовство. И чтобы его вылечить, нужно найти слепую мышь. А ты говоришь, а где я найду слепую мышку? Он говорит: у меня есть один знакомый, можно слепую мышку принести, однако возьмет за это 5000. جميل مرتب لكن هو في الواقع في الحقيقة يخالف الشرع. иногда <سؤال> ده говорить يسأل عن اسم الأم. يأقد العقد <سؤال> وينفث فيها. ينظر في النجوم. في يعتقد ان النجوم لها علاقه بالحوادث الارضيه. يخبر عن المستقبل. يخبر عما في الضمير، يقول انت تحب فلانه. يخبر عن الاشياء المفقوده الضائعة يقول هذا المفقود الذي لديك الولد مثلا تجده في مكان كذا. сообщает о потерянных вещах. Ты, допустим, потерял ребенка, говорит, твой потерянный ребенок в таком-то месте. Каким нельзя верить. هؤلاء, Потому что если мы им поверим, то этим самым мы, получается, не верим тому, о чем нам сообщил пророк, саллаху